Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Настя, проживаю в городе Геленджике. И у нас курорт в полном разгаре. Сегодня у нас просто классный будет влог. Мы сегодня поедем по самым красивым природным местам. Мы поедем на экскурсию с ребятами. И я вам покажу просто невероятную красоту. А вы, если хотите прокатиться также, вы напишите мне, сейчас номер прикреплен. И запишитесь на определенный день. Я расскажу все подробности, и мы с вами шикарно просто проведем время. И если вы хотите разместиться в Геленджике, найти себе жилье на сезон 24 года, то переходите по ссылочке, она в описании под этим видео. Это ссылочка на телеграм-канал. Вы заходите туда, бесплатно совершенно все. Вы заходите туда и пишите заявку о поиске жилья. Вам собственники, которые находятся в этой базе, пишут напрямую. Вы договариваетесь, бронируете и приезжаете в наш шикарный город. А сейчас я еду за ребятами. Вы оставайтесь со мной и смотрите это видео до конца, потому что сегодня будет максимально интересно. У нас первая локация – это Скалопарус. Ребята, приехали Санкт-Петербурга. И сейчас пойдемте нам вот сюда, на скалы. И сейчас тут мы и полезем. Сейчас подойдем ближе, я вам обязательно покажу. Сегодня просто шикарно чистое море. Вчера мы были тут же, и море было грязное. А сегодня оно прямо идеальное. Это очень красиво. Аж купаться захотелось. Но купаться мы будем на водопаде. Время у нас сейчас 9 утра. И, как мы видим, это идеальное время для поездки на Скалопарус, потому что экскурсионных автобусов еще нету, так же, как и кораблей, то есть тарана. А в дневное время тут огромное количество людей. И когда ты перелазишь через эти скалы, это проблематично. Справиться может не каждый. Поэтому ты еще там стоишь в пробке. Идеальное время. Смотрите, просто изумрудно чистая вода. Нету людей, вы можете купаться. И спокойно прийти к скале Парус. Расскажите, как у вас впечатление о первой нашей локации, о Скалопарусе? Необычно, да? Понравилось ему? Чтобы не было людей. Чтобы экшен был, да? Ничего, подожди, я тебя сейчас дальше еще повезу. Тебе там еще больше понравится. А мы едем сейчас в голубую бездну. В одно из самых красивых мест в окрестностях Геленджика. На вторую локацию, точнее. И это у нас будет голубая бездна. 15 минут по лесу с пицунскими соснами. Свежему горному воздуху и красоты природы. Так что мы идем вперед, а вы смотрите дальше. Это у нас вторая локация, голубая бездна. Это просто шикарно, красивейшее место со скалами, с бирюзовым морюшком, с пицунскими соснами и красотой. Люди приезжают вот так вот с палатками, у них здесь есть все, что необходимо для отдыха. Палатка уже стоит у нас тут второй день, это только я заметила. Сейчас я там, да, сфоткаю вас. Красиво, да, тут? Нереально. Голубая бездна. Стоит ехать? Конечно. Здесь надо побывать обязательно. 100%, да? Не забываем это. Так, мы идем обратно. Сейчас у нас водопады на реке Жене. Мы будем купаться. Нам направо. У нас следующая точка. Это водопады на реке Жене. Вот так вот он выглядит. Сейчас просто набежали какие-то тучки. И водопад стал не такой бирюзовый, прозрачный, как он есть обычно. Что, идем вниз? Пойдемте. Так,
такой кайф вообще. Вода чистейшая, посмотрите. Давай бомбочкой. Круто. Тут просто такое умиротворение, такая красота. Чистая водичка, рыбки плавают. На водопаде мы накупались. Не все, правда. Ну ладно. Ну сегодня из-за того, что облачно, вода темная, и не захотели купаться, короче. Свежу как-то, я даже сама сегодня не купалась. Сейчас у нас следующая локация. Мы едем на Дольмен Счастья. Широкое счастье. Поехали. Мы приехали на Дольмен Счастья. Люди сидят на нем, заряжаются энергией. Вчера мы тут были. Прям в самом дольмене внутри тоже сидел человек. Набирался сил и энергии. Денежка. Домашняя. Вкуснейшая. Тут проводят дегустацию. Можно приехать попробовать вино и приобрести. Это точка маршрута по экскурсии. Вот такой вот сам Дольмен. Пришли на водопад. Он называется Шнурок. Здесь можно купаться. Тут вообще никого нет. Посмотрите, я же говорю. Это такая локация, о которой практически никто не знает. А я знаю. Я привожу сюда людей, чтобы они наслаждались отпуском. Представляете, просто пришли, никого нет. Это же шикарно. Мы просто тут одни. Живую. Живую. А мертвая умываться? Мертвая умываться. Вот. Вон живая вода? Это я не знаю. Вон. Вот. Живая вода и мертвая вода. Живую пьем, мертвую умываемся. Классно. Просто классно вообще. Ребят, если вы хотите тоже попасть, поехать по такому маршруту, номер телефона я оставляю в описании под этим видео, и он будет, то есть был весь ролик на экране. Пишите по WhatsApp, я вам все расскажу, подберем для вас классный, шикарный, интересный маршрут, и поедем радоваться жизни.